Я рад приветствовать вас. С вами снова Александр. Я хочу рассказать вам сегодня о коляске трости, которая немножечко меня удивила тем, что это вроде бы как бы и трость, но она очень компактно складывается. Поэтому она создана, наверное, для тех людей, кто любит путешествовать, не хочет ущемлять своего ребенка в размере коляски, в том, что она должна быть все-таки полноценной. Но при том, при всем, чтобы она еще и компактно складывалась для транспортировки. Поэтому давайте сегодня с вами ее изучим. Эта модель называется Baby Jogger City Mini Zip. Вот она. Прежде чем начать обзор, давайте я вам расскажу немножечко о ее технических характеристиках. Я уже сказал, для путешествий подходит классно. Весит она всего 7, там, грубо говоря, 7,5 килограмм. Это реально легкая коляска. Вот, предназначена для детей с 6 месяцев где-то до, можно сказать, что даже до 4 лет, потому что выдерживает она ребенка весом до 25 килограмм. Это очень круто. Вот. Это говорит о ее заделе на прочность. Она хорошо, добротно сделана. Вот. Начнем мы с вами ее изучать сверху вниз. Кстати, точные технические характеристики, размеры миллиметры, сантиметры, я все добавлю в описание. Там пройдете, посмотрите. Вот. Так что давайте перейдем к изучению. Начнем мы с вами с ручки, как обычно. Что я хочу отметить в этой ручке? Ну, она не регулируется по наклону, это как бы минус, но есть и плюс. Она обита не губкой, а резиной. Губка, как вы знаете, со временем начинает портиться. Даже вот намокнет все, вбирает в себя всю эту влагу, потом может неприятно пахнуть, она тебя бухнет со временем. Здесь такой проблемы нет. И благодаря резине очень такой уверенный, приятный хват. Здорово. Кстати, на ручке, посмотрите, в комплектацию входит большой подстаканник. Сюда реально и бутылочка поместится. Поэтому летом, если вы живете не в Питере, вам можно будет брать с собой хорошую прохладную водичку и попивать ее в дорожке. Удобно, что в комплект ходит, не нужно докупать. Также можете увидеть ее большой, реально очень жирный козырек. Он состоит у нас из трех частей. Материал очень приятный, тактильно. Материал он непродуваемый, непромокаемый. И поэтому хорошо закроет ребенка в плохую погоду. Кстати, механизм, который используется здесь, он бесшумный. Ребенок уснул, вы спокойно складываете, раскладываете козырек, ребенка это не потревожит. Ну, а размер вы видите, он, ну, смотрите, я не знаю, с ногами закрывает, если сверху смотреть. Козырек приличный. Вот. Что касается сидения. Сиденье здесь полноразмерное, оно широкое, спинка высокая. Что мне нравится, в максимально поднятом положении у спинки она не сильно завалена назад, и ребенок не будет все время так в полулежачем состоянии. Такой проблемы здесь нет, посадка классная и достаточно мягкая. Сиденье, матрасик здесь очень такой приятный, мягкий. Ну, по комфорту, я думаю, здесь проблем никаких не будет у ребенка, так же, как и по безопасности. Потому что здесь пятиточный ремень, мягкие накладки на паховой зоне, на плечевой зоне. Также есть и бампер. Бампер, он гибкий, отстегнули, посадили ребенка, пристегнули обратно, до щелчка. Все просто. Так, есть подножечка регулируемая. Поэтому положили ребенка в горизонтальное положение, выпрямили спиночку, подножку, если он еще не совсем большой, и будет вам практически кроватка. Смотрите, вот я сейчас опущу спинку, регулируется она с помощью ремней, системы ремней. Опускаем,
Вот вам кроватка полноценная. Здорово. Вот, что мне еще понравилось, то что здесь, если поехали куда-то в теплые края отдыхать, поставили коляску под пальмочку, положили ребенка отдыхать, он спит, открыли заднюю стеночку, вот эту накидку убрали, и здесь у вас получается сеточка, и вот вам, пожалуйста, микроклимат для ребенка. Проветривается, все отлично, париться ребенок не будет. Все очень здорово. И очень плотно, хорошо она прилегает благодаря липучкам. Здесь, ну, нету щелей, так особо ребенку дуть не должно. Так, смотрим дальше. Также, естественно, здесь есть и подножка жесткая для ребенка. Ну, чтобы он там залезть мог, подрастет уже, ножки длиннее будут, он сюда может класть ноги. Все здорово. Давайте теперь посмотрим на раму. Сама рама здесь, не знаю, у меня нареканий не вызвала. Она металлическая, легкая, крепкая. Я поюзал все вот эти стыки, все механизмы. Нигде нету люфта, зазора какого-то, щелкания, там, клацания, ничего. Она хорошо собрана, добротно. И что мне нравится, для трости здесь большой багажник. Доступ к нему, честно говоря, никакущий. Вот тут вот какой-то кусочек, не знаю, можешь что-то засунуть. Ну, в принципе, можно что-то и сбоку сюда положить, потому что здесь резинки. Ну, не знаю, мне вот не нравится так. Мне нравится, когда вот здесь большое отверстие, кинул туда что надо и все. Ну, мои придирки. Кому-то до этого все равно. Вот. Про раму рассказал, все классно. Что касается амортизации, ну тут немножко, ну, грустновато. Сзади вот кондово, кондово, что ни говори. Но спереди все-таки сделали амортизацию. Как-никак, а комфорта ребенку это прибавит. Все равно первые удары по плохой дороге, например, принимает на себя вибрацию, особенно передние колеса. Поэтому, в принципе, должно быть достаточно комфортно. Колеса здесь, вы видите, не надувные абсолютно. Вот. Но зато вы их не проколите. Передние, кстати, с возможностью блокировки прямо, чтобы неровность преодолеть, там на бордюр заехать. Все это есть. Из плюсов рамы, что мне очень нравится, я придирчив к тормозу. Тормоз не должен портить обувь. Здесь проблем нет. Здесь он вообще с этой стороны. Нажали, остановили. Ничего вообще ногой не надо делать. Опустили, поехали. Просто супер. Вот. Так, давайте теперь к самому интересному. Посмотрим, как она складывается. Для этого есть такая кнопка запуска под специальной крышечкой. Вот она находится вот здесь вот. Видно вам, не видно. Давайте посмотрим, покажу поближе. Вот кнопочка. Ее нажимаем. Разжимаем механизм. Здесь под сиденьем есть специальный ремешочек. Дергаем его. Он разжимает вот этот механизм. Вот. Соответственно, после чего тянем за ремешок и складываем ее. Вот вам, пожалуйста, очень маленькая. Единственное, что бы я порекомендовал, сами видите, что творится с бампером, когда вы ее складываете с бампером. Я бы его как минимум отстегнул перед этим, хотя бы с одной стороны. Пускай висит, но он не ломится. Вот. Поэтому смотрите, по-моему, лучше его убирать. Вот, а так, собственно, вот вы видите, для трости это очень-очень компактно. Трость как минимум длиннее намного, обычная трость, длиннющая с грязными колесами с двух сторон. Здесь проблем нет. Спокойно себе кинули в багажник, любой поместится, все классно. Чтобы открыть, все стандартно, разжим и ставим на колеса. Обязательно до щелчков. Здесь щелчок и здесь щелчок. Едем дальше. Перескладывание все-таки, вот как я говорил, убирайте бампер хотя бы с одной стороны, чтобы он не гнулся. И все. Вот. Подытожим. Я не сильный любитель тростей, но
Эта трость, она все-таки какая-то необычная, интересная трость, и она не потеряла в своем размере. Это не какой-то компромисс, это полноценная хорошая коляска с хорошим местом, полноценным для ребенка, хорошим качеством изготовления. Мне все понравилось здесь. Придирка: не очень удобный доступ к багажнику. Ну, в принципе, к этому можно привыкнуть. Практически нет, на мой личный взгляд, нет амортизации сзади, но есть спереди. Вот. И большой бесшумный козырек. Вот это вот круто. Смотрите, он реально здоровенный. Ну, конечно же, еще подстаканник. Вот. В принципе, очень неплохая коляска, на мой взгляд. Она тоже не из самых дорогих. Ссылку на магазин я кину в описании. Пройдите, посмотрите. Вот. По-моему, неплохой выбор для путешественника. Как я уже говорил, те, кто не хотят ущемлять ребенка в размерах, в его комфорте, ну и себя любимого напрягать не хочется здоровыми колясками. Поэтому вот в этом плане здесь классный компромисс найден. Поэтому рекомендую для того, чтобы вы как минимум обратили на нее внимание, посмотрите, изучите. Коляска интересная. Вот. И в заключение хочу поблагодарить первую коляску за то, что предоставили на обзор мне эту модель. Вот. А вам, если это видео было полезно, интересно, понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не понравилось, ставьте дизлайки, не подписывайтесь на канал. Вот. А вам я хочу пожелать хорошего, грамотного выбора. Все-таки коляска, выбор — это дело серьезное, к этому надо подойти очень тщательно. Вот. Ну и, собственно, всего доброго вам, до свидания.